себя. Добрый вечер. Вот уже 5 лет, как ушел из жизни виртуоз, гений музыкального исполнительства на классической гитаре Алексей Зимаков. Ежегодно мы отдаем дань памяти этому непревзойденному музыканту, учителю, другу и наставнику. Своим исполнительским мастерством Алексей всегда вдохновлял не только гитаристов, но и других музыкантов. Большим подарком судьбы для города Томска стало то, что Алексей учился, а потом и работал в Томском областном музыкальном училище, ныне Томский музыкальный колледж имени Эдисона Денисова, передавая свое мастерство своим ученикам и соратникам. В мае этого года уже прошло 3 концерта, посвященные Алексею Зимакову. В них приняли участие друзья и ученики Алексея, приехавшие из разных городов, из Уфы, из Ростова-на-Дону. А сегодня свои музыкальные подношения мастеру преподнесут студенты класса гитары, преподаватели Фиделя Анатольевича Копанева, Анны Александровны Денисовой и Константина Андреевича Березовского. На сцене дуэт Фидель Копанев, Максим Кучуваткин, Иоганн Себастьян Бах, инвенция ре минор. Исполняет Кудрявцев Иосиф.
Ванников, «Грусть». Thank you.
Закройтесь, не
Симакова входили произведения очень разнообразные по стилю, жанрам, эпохам. Их объединяла виртуозность и глубина музыкального содержания. А самое главное, все эти произведения были очень любимы Алексеем. Сам Алексей говорил так: «Я не играю нелюбимых произведений, а если играть нелюбимые, то с музыкой можно рассориться». Одни из любимых композиторов Алексея такие: Иоганн Себастьян Бах, Фернандо Сор, Мауро Джулиани, Наполеон Кост, Августин Бариус, Федерико Марино Тароба, Астор Пьеццола, Эйтер Вилла-Лобос, Хоакин Родриго и другие. Но самым любимым стал скрипач и виртуоз Никола Паганини. На сцене Зубцов Дмитрий, Федерико Марино Тароба, фанданкильо из Кастильской сюиты.
Рафаэль, сонатина номер 2. Thank you.
талантливой пианисткой Ольгой Анохиной, который просуществовал более 15 лет. Их дуэт гастролировал по городам всей России, и не только. Это содружество помогло обогатить гитарный репертуар. В их исполнении звучали произведения, написанные не только для гитары, но и для скрипки, переложение которых на гитару делал сам Алексей. Следующая часть программы посвящается как Алексею Зимакову, так и Ольге Леонидовне Анохиной. Родриго, Эспаньолетта, исполняет Василий Глеб и Ксения Пётр. Thank you.
Айкас Абдамир, Исаак Альбенис, Алая башня. Thank you.
классов Дамир Ксения Пиотух. Thank you.
Эти переложения отличаются своей виртуозностью и музыкальной глубиной. Эту эстафету в настоящее время продолжают студенты класса гитары под руководством Константина Березовского. И прежде чем ребята выйдут и сыграют, я хочу прочитать замечательные стихи, песни из кинофильма «Никола Паганини», из советского кинофильма. Отрывочек. Кто породнил нашу жизнь с дорогой без конца? Только любовь, только любовь. Кто повенчал в этом мире песню и Творца? Только любовь, только любовь. Дорога без конца, дорога без начала и конца. Всегда в толпе, всегда один из многих, но вернее многих ты. Любишь песни и цветы, любишь вкус воды и хлеба, и подолгу смотришь в небо, и никто тебя не ждет. Дорога без конца, дорога без начала и конца. Свисти, как птица, и не жди награды. Нет на свете тишины, только плач твоей струны. Только вечность дарит звуки, да в груди огонь жестокий, твой единственный огонь. Кто подсказал эту музыку твоей душе? Только любовь, только любовь. Исаак Альбенис, Астурия, руководитель Константин Березовский. Thank you.
Надеемся на дальнейшие встречи. Будем рады. Спасибо большое.